Всем добрейшего времени суток, с вами Свет Небес, Свет Жизни. Всем, кто выполняет задания фракции. Ребят, есть очень легкий метод, как можно спокойно сделать все, что вам необходимо. Значит, первый, нажимаем фракции. Я на данный момент нахожусь на миротворцах. И смотрим, что у нас. Найти 5 бинтов, найти 5 шин. Окей, ребят, нам для этого понадобится самый легенький набор. Но я возьму то, что у меня имеется, не особо тут это важно. Еще раз, что там надо? Бинты и шины. Шина у меня есть, бинты есть. Окей, ребят, как можно сделать лайфхак при помощи того, что вам необходимо найти? Ну окей, заходим в бой. Я зайду в лес, потому что он для меня как родной. Я прям стихисточнее, зайдем в бой как родной. Вам понадобится зайти в любое здание, чтобы вам не было, скажем так, страшно. Но здесь, конечно, мне не повезло. Дождемся, пока пройдет моб справа сверху. Угу. Хорошо, теперь можем лутаться. Так, вроде тут ничего интересного. Патроны и молоток только. Даже стрелять по ним не хочу. Мне главное зайти в здание. О, ака, ребята, неплохо. Окей, забираем молоток. Значит, ребят, выкидываем бинт. Выкидываем шину. Подходим, берем бинт. Снизу, видите, подзадача выполнена. И берем еще раз. Я просто не помню, чего там дважды взять надо. Берем еще раз, выбрасываем. И берем еще раз. Подбираем. Все, задачи выполнены. В принципе, мы выполнили квест. Только осталось вернуться и сдать его. Так, чисто. Там что-то было между деревьями, ребят. Давайте глянем, что. Там у меня была рука, и можно было подобрать что-то. Или мне показалось. Ладно, допустим, показалось. У нас сейчас основная задача не рейд. Основная задача все-таки показать, как выполнять квестики, поэтому по-быстренькому, да по-быстренькому. Ох ты, винтовочка и патрончики. На машинах ничего нет, не забываем проверять. И чашечка, которая стоит около 9000, неплохо. Сейчас я нажму на паузу, чтобы рекламу пропустить. Так, время видите, да, то есть я не играл лишнюю игру. Так, заходим за миротворцев, миссии. Квесты завершены, кстати, давайте-ка я получу свою награду. Завершить. Теперь у нас открылось чуть побольше, ребята, процентов здесь. Как мы видим, да? И, конечно же, цены, ребята, на продажу нам выросли. Теперь нам будет куда выгоднее все это дело продавать. И можем теперь мы этому, в принципе, радоваться. Стало дешевле покупать и стало выгоднее продавать. Шикарно. Так, кстати говоря, здесь очень мало этих самых сюжеток, поэтому... Так, использовать 3 аптечки, покинуть рейд без убийств. В принципе, я так обычно и делал. Так, использовать 3 аптечки, видимо, не за один бой. Покинуть рейд без убийств. Так, а это на какой карте? Главное всегда читать, какая карта. Использовать 3 аптечки. Но я думаю, это не будет сложно. Главное, конечно же, не умереть. Или даже, знаете, умереть можно, но тогда необходимо будет снять броник. Снять шлем. Хотя вот по поводу шлема, наверное, я еще пожалею, так что... Шлем, наверное, ставлю. И 3 аптечки, да. Сейчас все продадим. А, кстати, в принципе, видео надо было заканчивать, потому что я лайфхак показал. Лайфхак, все. Всем пока, до новых встреч.